Чем бы заняться? А я вот не знаю, жизнь ютубера сегодня записать или с Катей записать. Я не знаю, что-то как-то вообще ничего не хочется записывать. Может пойти погулять? Я на улице просто уже неделю где-то не выходил. Там погода вроде хорошая в Новосибирске, там минус один или минус два, что-то в этом роде, я не знаю. Тепло! Тепло! О! И кто это? Алло? Алло! Алло! Алло, Эдисон! Алло, это кто? Это я, Ялыч, алло! Ялыч, здорово, шо как поживаешь? О, Эдисон, ты да что? Да здорово, да привет, да все потихоньку. Да все нормально, все нормально, ну. Слухай, у меня дела. Какие? Знаешь так. Шо? Сегодня. Значит, ты знаешь, что такое Fortnite, а? Да, типа строишься что-то там, кубики, дома и еще и стреляешься, да? Неважно, давай залетай, я тебе скинул ссылку. Значит, прямо сейчас залетай, потому что там все очень серьезно. Мне срочно нужно порешать дела вместе с тобой. Fortnite, ты с ума сошел? Да я в жизни Fortnite не играл, да я нубить буду, как не знаю кто. Эдисон, забей! Все нормально, у меня есть план. Я знаю, как нам сыграть в Fortnite и одержать победу. Fortnite, давай залетай. Говоришь, да? Ну ладно, давай. Я ща я зайду и в пати тебя добавлю. Ага. Всё. Давай, быстренько. Жду. Давай. Пока. Fortnite. Чё-то дичь какая-то, нет? Да подожди. Да чем трэшовее, тем лучше. Да подожди, я запускаю. Все, я вот это запустил. Сейчас в пати добавляю, погнали. Ты готов погрузиться в мир Fortnite и 9 сезона, а? Нет. Неважно, погнали. Не лететь! А, ты уже летишь! Да! Выпрыгивай, Эдисон, все нормально. Я потерялся! Все в порядке. Видишь, я отметил, это база, это летающая база. Это новые фишки 9 сезона. Привыкай постепенно, ага. Да. Хотя, к чему тебе привыкать? Тебе, ну да, к чему я первый раз играю. Тебе не кажется, что у нас плохой какой-то план? План замечательный. План замечательный, хорошо. Просто топовый. Угу. Понимаешь? Смотри, сколько кактусов. Ты видишь? Это да, все вижу. Наши собратья. Угу. Хорошо. А ты учитываешь то, что я еще никогда в жизни выиграл Fortnite просто так, а ты хочешь, чтобы я кактусом выиграл Fortnite? Это будет легко, Эдисон. Хорошо. Я тебе верю. Нет, Здорово. Так, Эдисон, мы кактусы, все в порядке. Сейчас мы будем кактусить. Ооо, три сундука, нам повезло, Эдисон, тут три сундука. Сейчас еще. Я тебе дам. На, держи. Вот это держи. Не знаю, что еще. Смотри, в принципе, что мы можем? Мы можем сейчас еще поискать дробовики, чтобы на всякий случай. А где третий сундук-то? Я только два вижу. А, я залутал его, сверху он был. А, ну ладно, я думал, ты меня обманываешь уже. Шо? Куда? Давай за мной. Бро. Вниз давай. Давай вниз, да. Смотри, тут на горе можно. Там костер есть, я не знал. Вот, мы можем сюда пока прилететь и посмотреть, что есть там. Нам нужен дробовик. Давай. Ты шустрый, Эдисон? Да, плюс сундук. Хороший, Эдисон. Два кактуса бегают просто по поляне. Так, главное, чтобы... Смотри, зона! Нам даже зона подыгрывает, Эдисон. Повезло! Зона ушла в пышные пальмы, супер. Смотри, мы сможем просто стоять где-нибудь. Ладно, это победа, 100%. Победа кактусов, да. О, дробовик. Новый дробовик. О, возьми, наверное, нормально. Его. Сейчас. Я сундук открою. Ага. Я тебя беру, отметил. Беру. Неплохой. Так. Опа, снайпа. Так. Нужна, не нужна? Ловушки. Снайпа. Да, если хочешь, возьми. О, тут слёрп. Его можешь выпить, если что. Да, у меня все фул. Не, все равно выпей. А, ну хорошо. Бухать так бухать. Ну, прикинь, мы 37-е, вроде неплохо держимся, да? Да, еще, ну. Смотри! 36-е даже. Мы только залутались, мы только все. Мы еще не сделали. Опа! Вот здесь. Я кактус. Поза кактуса, я кактус.
Тебя не видели? Нет. Да как меня могут видеть, если я кактус? Я сейчас присоединюсь, секунду. Мне кажется, жопой лучше стать, да? Чтобы лица не было видно. А, они на шариках! Ах вы гады. Он да, ушел. Вон покатался, он покатался. Вот так, ты. Ладно. Так, ну пошли вдоль. А, угу. Вон он там. Вон он за этим. За камнем. За камнем? Я отметил. Да, за камнем, за вот этим. Вот Петька. Ох ты, боже мой, ты меня напугал, Эдисон, я ж дернул-то. Я когда играю не со своими привычными тиммейтами, у меня пугалка включается, реально, я начинаю... Рефлекс у кактуса. Да. Идем, с горы. Уходи. Да что? Выстрелил себе просто... Эдисон, ты точно не играл в Fortnite? Алло! Я случайно, вообще, я просто, знаешь, туда поклацал, и случайно так получилось. Нормально, Эдисон. О, стал, челлендж на горе! Хоп, уже просто базу тут... Всё, не смеши меня! Так, где так, мы уходим в зону. Давай. Мы будем идти сквозь пальмы, так что... А подожди, а как он меня заметил, если я кактус? Я не знаю. А вот и я не знаю. Я тебе еще расскажу. Может, у тебя плохой какой-то план? О, стреляй! Стреляй. Идем. Вот Петька, глянь, попал еще по мне, гаденыш. Хочешь, может, омиган взять на мне? О, надо бы. Сейчас им просто хедшотик за сандалию и все. Я понял, Эдисон, ты... Да. Ты уже немного влился, да? Нет. Мы собирались быть кактусами вообще-то. Сейчас буря будет, нам не особо хочется быть в буре. Или тебе хочется быть в буре? Не-не-не-не-не-не-не-не. Я тебя слушаю, все к тебе, иду сразу же. Тебе не нужно меня слушаться, я видел, какую ты башню выстроил сразу. Это случайно. На эмоции. Блин, я уже сколько хочу стать кактусом и не могу. Получается. Не дают стать кактусом. Куча буги-бомб. Чувак, у меня 6 буги-гранат. Давай, бери. Ой, еще большая банка, я ее... Опа, что такое? Можно найти вместе с шифрованным на экране. Кого? Кого? Не, мне чип какой-то выпал. Чип? Да. Из туалета. О, чип! Это чип! Я сам не видел такой. Выпей банку вот. Сейчас. Где? О, перчик! Эдисон! Перчик! Где? Перчик! Это моё! Я как разогнался! Беги, Эдисон, беги! Только не туда, сюда, наверх! Иду. Я даже не знал! Чувак, это твоя игра, ты понимаешь? Все, я люблю Fortnite! Здесь есть перец! О, типы внизу! Где? Давай, туши! Хорошо, минус 100! Еще 20 дал. Один справа, один правее чуть-чуть. Аккуратно. Давай. Один чуть правее. Надо их подрашить, потому что у нас минута останется. То есть мы вниз? Да. Я спускаюсь. Я на них иду. Я их затанцую сейчас. Давай танцуй. Мы еще успеем быть кактусами. А если я перед ними кактусом стану, спасет? Не спасет? Не спасет. Не спасет. Нужно только неожиданно. Воу-воу-воу! Нормально. Хорош, ты его вырубил. Да. Кто? Где? Кш? Я боюсь. Где? Кто? Я не знаю, какие-то звуки страшные. А, тень! На мне тень! Вон он! Есть. Убил! Нормально. Хорош, Эдисон, красавчик! Иди ко мне, Эдисон. Ля, какой! Подходи, сейчас мы разломним. Эдисон, не время! Ладно, валим! Так, готов? Давай. Летим в зону. А, зона... Куда? Ага. Вот! Мы здесь будем кактусами, Эдисон. Все нормально. Давай. Хорошо. Вот, видишь, тут кактусы? О, вон типы. Так, мы где, не где? На типов. Мы сюда, на кактусы. Ты думаешь, они нас так? Не видели? Они нас не видели? Становись кактуса. Все, стой кактусом и ничего не делай. Можешь снайпнуть. Нижнего типа, видишь нижнего типа? Нет, не вижу. Давай. Почти убил его. Ял, ты кактус!
Все, я кактус дам. Ты кактус. Они ничего не узнают, чувак, они ничего не узнают. Только не разговаривай, самое кактусом. Главное. Да. Я молчу. Слева тоже типы, если что. Ты далеко, нет? Я вижу, они летят. Я за прилетели, тебя. Смотри. Где? Правее прилетели. Только не двигайся. Я не двигаюсь. Ты просто стой. Ха-ха-ха-ха-ха. Что за дебилизм? Нормально. Это технология Фортнайта. Технология, хорошо, хорошо. Главное, чтобы нас не заметили. Если что, хапай перец и беги. Я его не вижу, ни одного перца не вижу. А, сзади нас! Тихо, не двигайся! Не двигайся! Просто стой! Я стою! Они все воюют возле нас! Мы будем смотреть. Просто просто сидим и сидим. Я у меня плохое предчувствие. Они прямо возле тебя? Да, не сзади меня, прям 10 метров. Там золотая снайпа валяется. Эдисон, стоим. Я стою! Ну он бежит на меня! Тихо! Я вижу! Тихо! Тихо! Мы ничего не делаем! Все да нормально! Я... Еще один бежит! Тихо, стой! Да я стою-то стою! Я! Мне кажется, меня... Они не видят нас, чувак! Они не знают! Они заняты! Ты видишь, они все дезориентированы! Да, заняты это какие! Так, сзади, спереди! Нет! Слева, слева! Ты видишь, он смотрит! Тихо! Не двигайся! Главное, не двигайся! Кто я смотрит? Кто смотрит? Правый я... чувак, по нему стреляли! А, вижу. О боже, они стреляют! Есть снайпа? Есть! Не надо! Боже, слева еще что? Где? Там слева, типа, я не знаю, на 240! Спалили! Тихо! Эдисон, все нормально! Тихо. Так, хорошо. Они спалили кактус. Я... Тикай в городу! Тикай с места! Настройся! Бежим в зону, вот здесь. Куда? Меня ранили опять! Тихо, живи! Мне страшно! Кто? Я не знаю, кто меня стреляет! Я не знаю, я в панике! Зона идет! Эдисон, нам нужно будет идти! Эдисон, иди за мной! Плохая идея! Подожди! За ну мной. Слушай, мы долго продержались даже! А-а-а! Моя ж задница! Держись! Я пытаюсь застраиваться, но у меня ресурсов нет! В зону! Ух! Мы в зоне! Да, мы в зоне! Мы в зоне! Сиди! Фу, мне страшно. Прикрой, я пью, бухаю. Прикрой, я бухаю. Меня трясет, подожди. У тебя есть что-нибудь, миники какие-то? Не-не-не-не-не-не. Зона! Тихо. Все нормально. Тихо! У тебя ничего нет выпить? Нет, я уже выпил. Ты мне бухла не оставил? Не, у меня только одно было. А тихо, у него снайпа! Не высовывайся, у него снайпа! Не высовывайся. Хорошо. Спокойно. Он пытается хайграунд занять. Если бобер. Я тебя подвел! Ел! Ничего, все нормально! Тихо, сиди. О нет. Ой, нет. Как он это сделал одним выстрелом? Он с хайграунда стрельнул! О нет, Эдисон! Наша тактика почти сработала! Ну почти, прям почти! Ну слушай, чувак. Неплохо. Да. Ну давай попробуем еще раз. Давай. Опа. По-моему, это было, блин, очень круто, не? Да. Ну они прям реально возле нас слева, справа, спереди ходили. Добрый вечер, меня нокнули. Уже? Я нубас, Эдисон! Боже, с кем я играю? Ты думал, ты тут с профи зашел? Подожди, я сундук открыть не могу, я до неё допрыгнуть не могу. Они все бегают вокруг меня. Так, я спрячусь, Эдисон. Ты прячься, ну сейчас, я к тебе иду, я сразу же всех там убью, чекай. Я, короче, возле телевизора буду. Я даже метку поставлю. О, ты успеешь меня рестнуть? Тихо, ты успеешь. Я не успею! Успею! Ты успел? Успею. Тихо, вот в этом доме. Он там пробежал. А, сейчас
Бей его кактусом, яу! У меня нет оружия. У меня есть, но я стрелять не умею. Привет! Ладно, не в этот раз. Привет! Ааа, Ярик, спасай мою задницу! Все нормально с твоей задницей, все хорошо, Эдисон! Ну пока что! А здесь нужно объяснить, что происходило, чтобы опять не показывать, как мы с Ялычем 20 минут стояли кактусом и пытались выжить. Мы остались 2 на 2. Яну Басина, который ничего не умеет, и Ялыч, который тащит за меня всю игру. И против нас, как обычно, 2 каких-то задрота. И нам предстоит или сдохнуть, как настоящие кактусы, или все же прославить наш народ зеленых шипастых дебилов, я не знаю. Вот здесь. А, он за деревом, за деревом. Что? Сотку попал. Ты в него попал, сотку? Да. Красавчик, сейчас мы их зарашим. Надо рашить их. Не-не-не. Готов? Ты правому попал или левому? А хрен его знает! Я ломаю дерево. Давай. Он сзади! Или нет? Или что? Он сзади? Да, он тень, его... он на тебе! Я не знаю, где он. Он опять тень заюзал, он тень. Ялыч! Он на мне! Они оба на мне! Они стреляют по мне! Ааа, ну как? Собака! Он меня нокнул, он там, да-да-да-да, под тобой! За тебя, за тебя! Он один? Сзади! Я не знаю. Я вижу тень. Жопа. Блин, сорян. Они с двух сторон. Перед тобой, да. Я не знаю, что делать. Я пытаюсь застраиваться. Будь кактусом! Я пытаюсь. Позу, выбери позу кактуса, они тебя не заметят. Ты одного убил или не убил? Нет, ну ладно. Я говорю, будь кактусом, ял! Ну подожди, второе место, тоже неплохо. Как так? Я мы сзади... должны были победить. Я сзади него зашел, прям начал стрелять, он развернулся один раз, меня шандарахнул. Зараза. Да такая, да. Ну как мне кажется, для первого раза достаточно таки неплохо. Несколько каток, четвертое место, второе место, а я самый большой нуб на этой планете. Фортнайтеры, не плюйтесь. Майнкрафтеры, не судите. Подписчики, простите. Это был экспериментальный видос, я надеюсь, то, что он тебе понравился, потому что я все же в последнее время стараюсь как можно больше разнообразить свой канал. Иногда даже нужны вот такие рубрики, такие ролики, чтобы подписчики мои заходили, смотрели и просто удивлялись, мол, Эдисон, ты что творишь? Ну ты же не ожидал, но признайся то, что сегодня выйдет такое, потому что я сам не ожидал. Всем спасибо за просмотр, удачи тебе и пока.